котеночек. Ну, овсянка все равно не наживешься. Ну, я тебе скажу, аптека дается спиртовой настой овса. Угу. Можно нажраться. Ну вот, в блогах обсуждается популярная тема. Ну, это очередной марш несогласных. Какие там традиции? Ну, собираются несогласные, ну, с чем-либо там. И идут. Вот. Подтягивается ОМОН, милиция. И они непонятно, то ли охраняют этих несогласных, то ли разгоняют. Бьют кого-нибудь? Ну, бывает. Ну, не так, чтобы часто, прям в традицию вошло это. Ну, вот, а но если периодически. Побьют, он потом популярный становится. Ну, если фотографии в интернете разместят там, или видео. Ну, хотели Касьянова побить, например, на одном из маршев несогласных, но он был с толпой охраны и не удалось там, короче. А какого Касьянова? Ну, этого бывшего премьер-министра. А, ну, то есть не нашего? Нет, не нашего. А нашего не хотели побить? Да наш согласен. Вот интересно, несогласные, они учатся маршировать перед маршем? Ну, наверное. Ну, то есть там в ногу левый. А может и нет, они же не согласны. А там вообще начинает, он смотрит, сосед идет с левой. А он, надо по-другому, да. И получается совершенно удивительная картина. Все идут не в ногу специально. Они, наверное, тренируются ходить не в ногу. Ну, а как их загнать-то на тренировки? А вот у меня сразу ассоциация. Помнишь, такие в детстве там девочки идут по тротуару такие, там, впятером, вшестером, за руки взявшись. И там такие все уже оформившиеся девочки, как бы, ну, лет по 14. А одна среди них, может, ей тоже там 14, но она еще не оформилась, там поменьше ростиком такая, ну, еще девочка. А эти уже как бы девушки, уже после пубертатного периода. А она еще только входит в пубертатный период. И, вот, они и вот они идут, значит, все в ногу, а она не успевает за ними, такая раз, пошла, поймала ритм. В связи с тем, что существуют марши несогласных, мы решили подумать, какие еще бывают марши. То есть, ну, марш согласных, например, да? Я буквой Ш, Денис наш оператор буквой Щ. Или Д. Или Д, Денис, да. И все такие буквами идем, значит. Вот. Соответственно, бывают марш знаков, например. Да, но они вдвоем там идут, твердый знак и мягкий знак. И такой твердый-твердый идет такой, а мягкий такой... Марш гласных. Тяжелее всего буквы И, наверное. А Мендельсон-то что написал? Марш? Вальс. Ну, вальс Мендельсона. Почему обязательно марш должен быть? Да, вальс Мендельсона. Вальс несогласных. Вальс несогласных с Мендельсоном. Вот, марш левый. Какой? Марш маршрутчиков. Марш молдаван. Я себе так представляю, что стоят там два немецких катка, группка из там человек 15 в оранжевых жилетках с логотипом одной крупной партии и строят новые дороги городов Единой России. Молдаван. Это марш молдаван, их никто не разгоняет. Можно там сколько угодно говорить, мы живем плохо, но все говорят, там в России жить плохо, но зато весело. Есть страны, в которых еще хуже, еще веселее. Например, Молдавия и Румыния. Потому что все самые смешные новости приходят именно из этих двух стран. Например. Я занимался новостями такими смешными когда-то. Значит, Румыния. Деревенскую деревню... Ой. Одну румынскую деревню замучил медведь. Приходит и там ворует продукты там. Ну, мучает. Где на человека нападет. Ну, вообще нехорошо. Это творит беспредел. Медведь-беспредельщик. Ну, быдло. Они ему в лесу, значит... прикормили его шоколадом, потому что, типа, медведь любит шоколад, потому что он любит сладкое, он съест шоколада, и он раздобреет, и он нас не будет беспокоить. Румынский футбик. Да, румынский футбол особенно интересен. Я читал новости в прошлом году, значит, в какой-то лиге, ну, одной из низших лиг, либо второй лиги румынского чемпионата по футболу, значит, проходил матч, и игрок в нелицеприятной форме выразился о судье. Вот. И судья не выдержал ему и ударил его очень сильно по лицу кулаком. Показал себе красную карточку и удалил себя с поля. Крупнейшая молдавская спортивная газета учредила приз команде, которая наконец-то обыграет Тираспольский Шериф. Он шел без поражений, там 13 туров. Да. Приз совершенно. Ящик пива. А вот марш Суворова через Альпы. Да, все говорят, что это поход Суворова через Альпы. Так чем отличается марш от похода? Поход это с палатками. А у Суворова палаток не было, соответственно, это был марш. А опять же, вот в Германии, например, практикуется марш сантехников. Да. Это каждое утро сантехники приходят на работу, им проходит инструктаж, там говорит, пользоваться презервативом, там позы им опять. Заново они проходят. И по команде они раз такие чик-чик-чик-чик по клиенткам. Там, где трубу починят. А, кстати, про футбол еще. Я редко в игры в компьютерные играю, но вчера установил себе FIFA 2008. Ну и сначала я удивился, что ее как бы комментируют. Я FIFA 2007 пропустил как-то, вот, и там, оказывается, тоже Уткин комментатор. И FIFA 2008 тоже Уткин комментировал. Комментатор во время игры как бы компьютерный. Я, значит, вчера играю. И вот тишина такая, пауза, и он говорит... А вот такой пас на Украине называют чудовый. Марш прокуроров есть, наверное.
которые не согласны с несогласными. А вчера, допустим, вот про марш маршрутчиков. У меня такое ощущение, что они все маршируют, короче, тем, что они вот сейчас, как появилось радио «Шансон», во всех маршрутках играет радио «Шансон». И там такие перлы выдаются. Вот, например, я вчера ехал в маршрутке, и там пели песню очередной, там, шансонье, очередной свой шансон горланил, горлопанил даже, можно так сказать. Вот. И такая фраза мне запала в душу из этой песни. «Согретый холодом неверных губ». Ну так вот, напоследок что хотел бы сказать. Надо поместить объявление в газету. Ищем хорвата. Для чего? Чтобы он сделал что-нибудь за нас. Бесплатно. Так что, хорваты, обращайтесь.